В приступе абсолютно неразумной и неконтролируемой жадности я решил покрутить сначала гачу вот эту вот на 4 штуки. Посмотрим. Да пофиг, давай уже. Металлическая тень. Сойдет. Тут у меня просто есть лишние штуки, хочу их крутануть. Пока что. Ага, что падает? Меч небесного всадника. Ну, сойдет, наверное. Названия какие пафосные. Докрутим эту гачу тогда уж. Лук какой-то. Ну, что-то не очень. Так, я стример, крутите мне. Крутите мне быстро, я требую, я приказываю. Пылесос погнулся. Да. Да нет, что-то как-то вот стало скучно без гачи. Так, ну и давайте еще вот это крутанем. Один персонаж 6 копий на временном ивенте. Я думаю, что-то выпадет, да? Не... Серьезно? Ох, сколько же я дизлайков получу за этот стрим, чует мое сердце. Да, это уже как-то незаконно, ребята. Ну, я больше крутить... я больше крутить не буду. Я оставлю оставшиеся ресурсы, буду копить, как мне тут говорили Джек Брэндон и Алексей Зубарев. Вот буду копить, конечно же. Это копить, это очень важно. Слишком просто. Венти там гарантом... Ну да, второй раз это, конечно, гарантом, но гарантом за 90 раз. Кто же говорил, что он сразу же выпадет? А я вот прям что-то как-то почувствовал, что надо крутить. Вот прям как почувствовал, что надо крутить. Ну, давайте посмотрим, что там еще выпадет. Помимо Венти, конечно же. Прощай, Эмбер. Да, нафиг Эмбер. Go to hell. Ну и дальше тут всякая фигня. Как я понимаю, больше ничего серьезного не выпало. Ну и так неплохо. Это 90-й ролл был? Нет, это был... Я потом покажу, кстати, какой-то ролл был. Ну, по-моему, у меня между Кицин и Венти была разница. Барбара, ну ладно. Маленькая разница была, в общем. Малюсенькая. Гача подкручена. Мои 5 доблестей линз считают, что это неправильно. Неплохо. А тут, кстати, история есть, так что можно посмотреть. Ого, еще 120 монеток. По истории посмотреть, какая у меня разница была. Так, значит... Ага, это как-то совсем давно было, наверное. Барбара. Так, ну, Нингуан это не то, кажись, да? Предвестник Зари, Барбара. Меч-колокол, что? Кицин. Ну, тут сложно сказать, тут не пишут, с кого гача выпадала, но нет, я чувствую, там роллов между ними 15 было в лучшем случае. Понимаешь, ну, может, 20. Но, я не знаю, вы посмотрите предыдущее видео, которое было про гачу. Там оно как бы было рассказано, показано, так сказать, напрямую. Вот, такие вот у меня результаты. Все-таки Венти мне выпал. Поздравляю себя.